Мы всегда с интересом следим за собаками наших друзей, особенно тех, которые непосредственно работают в отарах. Это вот сука черная нашего брата Бубуджона из Варзоба. Мы ее уже показывали. И вот радостное известие он нам прислал. Эта сука родила щенков, или уточним точнее, одного щенка, кобелька. Как ни странно, у него вторая собака за этот год родила, вот принесла приплод всего лишь одного щенка. Это белый был до этого, а вот этот вот черненький родился от вот этой вот пары, от его Алло и вот этот он сам. И вот этой вот черной суки, которые работают в отаре, мы их снимали на пастбищах, а теперь вот они здесь, в Варзобе. Скажем сразу, что в кишлаках, чтобы собака никуда не делась, ее держат на цепи. И вот видите, радостная мама, она абсолютно доверяет своему хозяину Бубуджону, дает ему спокойно забирать щенка, но тем не менее волнуется, переживает, конечно, за него. Отличный должен получиться кобелек, настоящий аборигенный среднеазиатский овчаренок, саги Дахмарда, саги Чукуни, саги Туджики. Пожелаем удачи всем нашим Дахмарда, нашим чабанам, чтобы у них приплод был хороший не только от их собак, но также от их овец. Чтобы в этом году скоро начинается страда, туль, так называемый, акот, чтобы была у них удача и чтобы баракат был. А вот эти вот такие вот радостные кадры завершают 2019 год. И пусть начало 2020 года для всех будет счастливым. И опять-таки пожелаем всем бараката, удачи всем.